Здорово, ребятки, у микрофона снова Лёха, и сегодня я решил поиграть на холодном оружии. И шаг тебя нюхал! Тебя тоже. Так, кто-то здесь бежал. Тихо, тихо. Подкрадываемся к нашему... к нашей жертве. И так, по булкам, по булкам, по булкам тебя! Так, кто-то еще. Только тихо. Незаметно. Чу-чу-чу-чу. Главное не спугнуть. Плееры — это существа игривые, но очень пугливые, ёптыть, могут и застрелить. А, ну да, когда уже покоцал, можно и побороться, да? Оп, оп. Ладно, отпустим его, пусть пока бегает. А я приду и убью кемпера. Воин, иди сюда. Тут кто-то еще был, по-моему. Сидит тут, крысит беспредельщик с дробовиком. Так, тебе опять отвесит. Ты что, слепой, что ли? Опа. Видимо, мой урок прошел зря. Ну на тебе. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. А может, ему понравилось? Дурак, что ли? Че, дурак, что ли? Да, ну ты серьезно, уже снаружи решил сидеть? Плохо так делать. Опа, вниз. Это что, я пипиську построил? Да ладно, я построил пипиську. Причем случайно. Замуровали демоны. Так. Там и без меня справляется. Помощь ниндзя не нужна. Да ё-моё, ниндзю не стреляй в ниндзю. Граната! О, петушок. Вот на тебе. Будешь знать, как в меня стрелять. И тебе. Нет, нет, нет. Ну, конечно, с респы и с пистолета. Естественно. Ну ты хоть не ссы. Возьми, бля, в руки что-нибудь. Давай. Раз на раз. Вот, красавчик, просто. Раз на раз, а ты вообще иди отсюда. Не надо. Тихо. Пидор. Так, эй, эй, сюда, обрати внимание, пожалуйста. Я здесь. Эй, обрати на меня. Сука, убил его. Тихо, тихо, не попадай в меня. Нет, 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 я сказал. Вижу жертву. Ниндзя. Ниндзя промахивается. Ой-ой-ой, да что такой косой, а? Ну чё, ребятки, давайте на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.